серия игр о Сонике. Пойдем по порядку. Начнем с Sonic Heroes. Все части есть на русском языке. Можно скачивать, искать и скачивать. Они точно есть. На GameCube все они повторяются, эти части. GameCube, Wii. Но там без перевода. Ни одна часть не переведена. К сожалению. Но прекрасно можно играть и здесь. В общем, идет хорошо игра. Следующий посмотрим Shadow of the Hedgehog. Это 5-го года игра. 6-го. Самое интересное, мне кажется, она среди них всех. Ни одну я никогда не играл Соника. Максимум проходил 2-3 тура на Сеге. Немножко не мое это все. Но очень много фанатов Соника. Я их понимаю. Будут просаживаться немножко игра из-за записи, потому что ЕЕ уперся в 99% сейчас из-за записи. Без записи игра идет идеально. Я забыл, как надо прыгать. Капец просадки из-за записи. Ужас. Удивительный прикол. Реально. Без скан-рекодера здесь 60 FPS. В общем, игра идет хорошо. Отлично она идет без скан-рекодера. Смотрим дальше. Sonic Riders. Следующая в серии часть на PS2. Раз 10 пробовал это место. С самого начала все равно я немножко тороплюсь. Yes.
общем, все быстро и круто. Смотрим следующее. Riders Zero Gravity. Не буду ее долго показывать. Примерно то же самое. Тоже по настройкам. Минимум. Все игры идут хорошо на 765-м. Вот. Я просто из-за того, что скачал не русский образ, не очень понимаю, что тут делать. Вроде все неплохо делаю. А, тут, видимо, вот ускоряться надо. Сейчас посмотрим еще раз. Вообще не понимаю, что здесь делать. Может быть, надо раньше прыгнуть и посмотрим. Ну, в общем, вот такая игра идет тоже отлично. Просто нужно тут понимать, что нужно делать, какие движения. Так, потом у нас Sonic Unleashed. Пятая игра. Для PS2. 2008 года. Тоже настройки минимальные. В общем, игра как жизнь. Сплошная беготня туда-сюда. За монетками. И против тех, кто это тебя забирает. Надо было вот так сделать. Ну ладно, очень хорошо идет тоже игра. Хотел еще как бонус показать, что есть вот такая Sonic Mega коллекция на PS2. Тоже она есть с русским переводом. Интересные такие моменты. Сборник сеговских игр Соника и немножко еще бонуса. Допустим, есть вот такой вот прикол. Можем поиграть. Comic Zone. Такой же классный музон все-таки был на Сеге. Поставить меню всякие. Кроме этого,
разные другие игры. Я вот эту игру, допустим, никогда не играл даже. Если это Sega, то это очень круто для Sega. Скорее всего, это PlayStation. Неужели это Sega? На Sega такая графика быть того не может. Скорее всего, PlayStation. Так, как ты ходишь-то? А вот он. Ну ладно. Можно вот так еще посмотреть на такую игру. Так, завалили еще раз. Ну, зончик, конечно. Это, наверное, вообще Денди, наверное, я не знаю. Ну, не Денди, Sega Master System, скорее всего, графика. Или, может быть, это вот и есть Sega, скорее, 3D-шная игра. Не знаю точно. Но музыка не сеговская. Музыка какая-то такая. Явно не сега. Так что это точно не сега. Именно не сега Mega Drive. Может 8-битная сега. Не, Master System. Так. Посмотрим дальше еще. Все. Такого вот Соника я, допустим, вообще не видел никогда. Пинбол. Игра такая есть, пинбол. Пожрали. Есть вот такой хеджхоп. Стрёмненький. Наверное, там Sega Master System. Ну все равно интересно, да? 8-битный. 8-битный Sony. И 16-битный покажу быстренько. Фанаты Rockstar называются. Вот такие вот эти Соники на PS2, если кому-то интересно. Так, как он там у нас ускоряется, не помню как. Ну ладно, Соники на PS2.